сделали художественную подсветку проходов под новым мостом. Причем горожане могут сами ее включать. Теперь каждый, кто проходит под новым мостом, может сменить сценарий подсветки. Для этого необходимо нажать на яркую красную кнопку. Отметим, что накануне полноценно заработала обновленная подсветка старого моста. Работы прошли по проекту формирования туристического кода «Лучи Твери». Теперь подсвечиваются не только фермы с парапетом, но и опоры. Всего предусмотрено три сценария подсветки.